Обозреватель Лайф для телеканалу Тоніс, в ефірі Андрій Глухенький. Сьогодні ми говоримо про важливу тему, тему здоров'я, здоров'я нашої спини. У нас в гостях сьогодні Валерій Туракулов, масажист вищої категорії, керівник масажної студії. Доброго дня, пане Валерію. І Віктор Парпієв, масажист-реабілітолог, спеціаліст по шіатсу. Ми теж поговоримо про вашу специфікацію. Доброго дня. Хотілося б спочатку розпочати з того, що наскільки взагалі серйозна проблема ось в Україні з здоров'ям спини в громадян, пересічних громадян навіть. Які види проблем бувають взагалі спини найбільш розповсюджені? І до чого це врешті-решт приводить в кінці кінців? Ну, в принципі, прежде всего, хотів би сказати, що основна проблема спини, так називаємо, як би, проблема вдоль позвоночника, это, в принципе, первоначально это остеохондроз. Также, в принципе, и сколиоз. Также можно даже добавить, да, более серьезные проблемы, типа лордоз, кифоз, искривление осанки, что, кстати, очень характерно для наших новых школьников, поскольку сидят криво. Да, очень часто, допустим, те же офисные работники, которые страдают перенапряжением грудного отдела, когда постоянно, непрерывно в рабочее положение, человек не меняет свое положение, как бы затекают мышцы, получается... Ухудшается кровообращение. Угу. Это чревато также, да, головными болями, что, в частности, офисные работники этими страдают чаще всего. Онемением рук, даже во время сна. Ухудшением памяти, зрения, ну, то есть, болеві відчуття, ухудшение, да, да. І, тянет, ну, і зрештою, до чого це взагалі може, ну, як взагалі здоров'я спини пов'язано там, з тим же здоров'ям внутрішніх органів? Ось, дуже багато зараз прийнято говорити, що в нас в організмі все взаємопов'язано, все гармонічно. А які наслідки це може мати в подальшому? Напряму зв'язано. Чому? Тому що... При той же искривленной осанке или при постоянно сидящей работе, да, вот поза, которая, если ущемляются нервы, которые идут к желудку, в частности, к органам пищеварительного тракта, к кишечнику, это может нарушать их работу. Соответственно, если нарушается работа желудка, нарушается работа сердца, нарушается работа других органов, которым сердце кровь гонит, ну, в том числе и голова. Mm-hmm. Если это умственный труд, офисные работники, то ви самі розумієте, це ухудшає качество роботи, продуктивність. Що відразу варто порадити, можливо, нашим телеглядачам для того, щоб можна було зберегти, скажімо, профілактика здорової спини, по суті, от в чому вона полягає? Які вправи, можливо, зарядка, я не знаю, можливо, якісь там спеціальні, я не знаю, є вправи для цього? Ну, прежде всего, опять же, можна, конечно, масаж. Это незаменимая процедура. Вот. Соответственно, к массажу все оно хорошо, именно чтобы было в комплексе. Массаж, ЛФК, также подключить тот же бассейн, также, конечно, в идеале будет та же сауна, где также можно хорошо расслабить мышцы, как бы снять это напряжение. Вот. Йога сюда же относится. Ну да, все возможное, да. Если многие думают, что на это нужно очень много времени уделить, на самом деле желание просто нужно. Достаточно один раз в неделю йогой заняться, один раз в неделю сходить в бассейн, ну и раз в неделю, в принципе, для поддержания состояния здоровья сходить на массаж, и вы будете здоровы. Вот. Ну и в любом случае, конечно, это тоже и правильное питание, здоровый сон. Вот. Это... В любом случае все влияет на самочувствие любого пацієнта. Угу. А ну, загалом, там, починаючи з якихось банальної зарядки, яку варто, я так розумію, робити щодня, там, і якісь вправи орієнтовані на що, в першу чергу, там, на голову, на шию, те, що взаємопов'язане з позвоночником, чи це спеціалізовані вправи, і все одно проработати весь позвоночник, якщо у вас з ним проблеми, точно з'являється той же остеохондроз, не вийде. В першу чергу, когда вы только проснулись, первое, с чего вы начинаете, не надо резко вскакивать с кровати. Угу. Потянитесь, да, там, самые банальные такие простые движения на растяжку мышц. Это уже уменьшает риск того, что вы встанете, во что-то щелкнет, и вам понадобится прийти к нам. Власне, ось, якщо ми говоримо про масаж, так?
Єсть зараз, ну як свого часу стало дуже популярним займатися масажем навіть вдома. Хтось щось десь начитається, подивиться, якісь відеоуроки, якусь книжку купить і починає практикувати для рідних масаж. Але ну я чув такі історії, що не завжди це там не всі йогурти однаково корисні. Не всі види масажу, або там не всі вправи, не всі навантаження на спину, які надає інша людина вам, вони можуть привести до позитивного результату. Буває, що бувають пошкодження якісь серйозні і так далі. Це одне, і по-друге, як взагалі правильно обрати масажиста, як правильно знайти ті види масажу, які підходять саме вам? Ну, опять же, прежде всего, при выборе профессионального масажиста, конечно, стоит уделить внимание все же на его образование. Желательно, чтобы это было или медицинское образование, или высшее реабилитолога. В принципе, уже это говорит о том, что хотя бы человек прошел какое-то обучение у специалистов, которые научили, там, по крайней мере, банально анатомии, правильному, по крайней мере, правильное исполнение массажных движений, потому что это большую роль играет. Последовательность очень большую роль играет. Просто даже, ну, если человек просто массажист начнет там какого-то сразу действительно с глубокого разминания, то в принципе тот же пациент может сразу почувствовать какое-то ухудшение. Поэтому там существуют и определенные приемы, когда начинается с поглаживания, потом добавляется разминание, растирание, ну и так далее. Вот, ну... Что касаемо вот, да, массажа дома, когда люди сами себе там друг другу делают, ну это, я бы сказал, опасненькая процедура. Потому что когда ты делает массаж не профессионал, человек не своего дела, он может, сам того не осознавая, навредить. Или нарушить, да, какое-то расположение позвонка, или прижать в каком-то месте, ущемить какой-то нерв. То есть это опасно. То есть лучше сходить к квалифицированному специалисту. Для начала даже это, если есть какая-то действительно проблема, то, конечно, это прежде всего надо просто пойти к врачу. К врачу. Вот. Врач, в принципе, просто дает правильный диагноз. Mm-hmm. И уже потом врач назначает процедуру массаж. И когда уже пациент приходит к непосредственно массажисту, массажист уже просто выбирает методику, как он подбирает. Может быть, действительно ему какой-нибудь релаксирующий массаж нужен. Просто человек просто... У него какой-нибудь нервный стресс, его просто банально просто успокоить. Есть там ситуация, когда, ну, если там, я уже не говорю, какие-то болевые, даже тот же остеохондроз, это когда там часто пациенты приходят и говорят, что в туман в голове. В принципе, даже это нет ничего такого страшного, буквально... Ну, конечно, в идеале пройти курс массажа, потому что, в принципе, конечно, один, там, два, три... сеанса станет легче, но как бы проблему не уберет, потому что в принципе там в большинстве случаев, если мы говорим о остеохондрозе, это отложение солей вдоль позвоночника, вот, соответственно, там идет ущемление и нервов, и мышц, нервных окончаний, да, и сосудики ущемляются, соответственно, очень плохо циркулируется кровь, ну, по всему, назовем как телу, даже так уже можно сказать. Вот, и в принципе, обычно даже в таких ситуациях, что пациент это накапливает не один месяц и не один год. И когда он, грубо говоря, даже первый вопрос, когда вы последний раз обращались. Соответственно, когда человек там начинает даже так иногда смешно, когда человек там вспоминает или там 10 лет назад, то, соответственно, конечно, к этому пациенту и в любом случае, каждому пациенту идет индивидуальный подход. Ну, взагалі, тобто вдома краще обмежитись максимум якимось там розігріваючим розтиранням для, розтиранням для м'язів, просто щоб покращити кровообіг в м'язах і все. Так, дійсно, да, там в крайнім случаї, я даже не знаю, чесно говоря, якщо на дому, що можна зробити, це більш чиста, легка профілактика. Но опять же, я бы, честно говоря, даже не советовал, потому что ну, человек, который не специалист в определенной
Ну так. То как здоровье, бы, так... проще раз обратиться к специалисту, который просто все один раз сделает, и человек просто будет с хорошим настроением. Как у медиков есть правило, да, не навредить. Ну ты більше так, ти більше ми говоримо зараз знову ж таки про вже певні симптоми, і з цими симптомами людина йде до лікаря. А загалом, ну і до лікаря, до масажиста, там, за наданням певних процедур, послуг. Але краще звертатись час від часу перманентно для того, щоб був профілактичний масаж, в тому числі він допомагає зберегти здоровье. Здесь даже самое простое, как бы даже дома, кто делает, допустим, массаж, не профессионал, то он даже, возможно, банально может не знать, что противопоказано. И, ну, допустим, так. Просто банально хорошо навредить. В принципе, конечно, возможно все исправить, но опять же, это надо уже обращаться и тому же специалисту, массажисту, неважно, врачу, это уже надо в два раза сложнее, это... Нет нічого хуже, ніж переділювати чиюсь роботу. Да. Ну, знову ж таки, тоді ми виходимо на іншу тему трошки. Теж в Україні популярна свого часу. Бабушки, дідушки, там, мануальні терапевти, хтось десь поклав там, на табуретку, якось хруснув пару раз. І от все чудо, виздоровлення там, всього там, за 300 гривень, чи за скільки там відбулося. І дуже популярно це, дуже розповсюджено. Мануальна терапія. Ось що це таке, хотілося б спочатку пояснити нашим глядачам. І по-друге, які ось, на що варто звертати увагу, вона може бути небезпечна і яка її користь? Мануальна терапія, знаєте, підрозуміє під собою багато поняттів. Тобто не обов'язково пощупати позвонки, поставити. Сюди ж також відносяться мануальні техніки масажу, путем прижимання, надавлювання, розтягування. Довольно процедура може бути неприємна, болезненна временами. Що дуже важливо в цих моментах? Щоб чоловік, який думає, що йому потрібна мануальна терапія, в першу чергу сходив опять-таки к кваліфіцированому спеціалісту, тобто к врачу. Врач, сходя в вертебролог в случае, да, или хірург, то есть врач компетентний в этом деле, може його направити к такому же сотруднику, который работает в медицинском учреждении, который попросит у него снимок его же позвоночника, потому что не без снимка нельзя делать мануальную терапию. Который перед этим обязательно разомнет мышцы, а не будет это делать, как говорится, на холодную. Ломать, да, что это костоправство уже. Костолом. Ну, да, да. Но в цілому, ось вона полягає, часто асоціюється в людей, що десь якось заскочило в спині, треба взяти телефончик, там, ця, безпроволочна, так сказати, зв'язь, що одна бабка десь сказала, то, сарафанне радіо, і от там вистраюється вереніця до якихось спеціалістів на дому, які цим займаються. В принципе, это может даже нашкодить дуже серьезно. Ну, так. Это может очень серьезно навредить, потому что, в принципе, если бы у бабушки был глаз рентген, то, в принципе, может быть, она и разбиралась бы в ситуации, потому что в любом случае, как бы, любой врач, специалист, он не видит ситуации до тех пор, пока он не будет видеть перед собой снимок МРТ. Соответственно, честно говоря, если обращаться к бабушке, в данном случае это очень большой риск для пациентов, потому что одно неправильное, да, дело даже не в гарантии, одно неправильное движение, и человек просто минимум, это позвоночник, это там основные нервные окончания, узлы и так далее, одно неправильное движение, человек минимум становится инвалидом, садится в коляску, это минимум. Поэтому, в принципе, честно говоря, я бы не советовал так, ну, как бы рисковать непосредственно с собой. Хороше хобі для, ось ми про це теж говорили, хороше хобі сауна, баня, нас народ дуже любить відпочивати. Правда, цей відпочинок часто уявляє собі трошки в іншому форматі, тобто там це з вживанням алкоголю і так далі, це вже явно йде в шкоду, а не в користь. Але якщо говорити про корисну сауну, баню, тобто це там після занять спортом і так далі, які рекомендації можуть бути з цього приводу і чого варто стерігтись? Це взаємопов'язано з масажем, я так розумію, тому що теж це розслаблення певних м'язів, певних вузлів, можливо. Обов'язково. Баня дуже важна не тільки спортсменам, кстати говоря, а також тим людям, у которых просто плохое кровообращение, которые просто страдают гипертонусом, тонусом мышц, просто при стрессе, при даже плохом настроении. Чем хороша баня тому же спортсмену, да, мы затрагиваем такую тему. Мышцы спортсмена при тренировке получают полезный тонус. Иногда не полезный тонус. Если баню посетить после тренировки, то мышцы расслабляются. Соответственно, они продолжают работать в нормальном режиме. Соответственно, если человек имеет цель нарастить мышечную массу, она будет расти с баней.
Но если баню также совместить с массажем, то польза будет еще и двойная. Ну, здесь да, просто опять же, когда спортсмен получает колоссальные нагрузки на свое тело, на свои мышцы, и непосредственно в любом виде спорта надо, чтобы сам спортсмен, его тело отдыхало. Соответственно, вот и применяется тот же массаж, те же бани, где человек просто банально восстанавливается. Просто если тоже спортсмен не будет восстанавливаться, то все тренировки будут даже, опять же, идти ему на ухудшение, потому что он будет человек не восстановлен, даже тоже человек не высыпается, он постоянно будет в напряжении, если его мышцы в напряжении, то и, соответственно, и спортсмен не будет показывать результат. А так как он позанимался, он показал там физическую активность, мышцы перенапрягаются, потому что это, если профессиональный спорт, так там вообще тем более, не говоря уже. Иногда и надрываются. Да, и надрываются, это я уже не говорю по поводу восстановления. Да. А сюда же травматизация суставов. Вот, и массаж, он это все сглажит. Массаж, баня, ну, вот эти все комплекс, процедуры, комплекс. Да, все в комплексе. А перегрів, ну, якщо ми вже закінчимось про баню, над температурою. У нас дехто любить там іти на рекорди. Тобто пересидіти всіх, там посидіти довше при температурах, коли там, як жартують, ногті починають сворачуватися і так далі. Тобто, які це може наслідки нести, в тому числі ось для здоров'я ось в цьому відношенні? Сосуди страдають сильно. Есть... Ну да, это, конечно, честно говоря, на самом деле не рекомендовано так. Это, не знаю, стиль какой-то самомазохизм. Да, но при этом, конечно, что, как говорится, за НАТО, то не здраво. Поэтому лишний раз там пересидеть в какой-то супер прогретой бане, то это как минимум там у человека давление. Я уже не говорю, мало ли еще там может еще заработать инсульт. Поэтому я считаю, что с этим как бы эксперименты лучше не стоит, да. Ну, на своем организмом, думаю, экспериментировать. Плюс гипертермия еще может произойти кожи, потом еще лечить придется кожу. Ну, да, якщо ми говоримо про різні види масажу, їх ж значно більше, ніж просто класичний один, там прописали, в лікарні пішли. І екзотичні в тому числі. Ось у вас шіатсу, так? Що це взагалі значить, чим воно відрізняється від інших видів і взагалі, які зараз розповсюджені в Україні? У нас в Україні шіатсу не сильно розповсюджено. Це японська техніка. Три пальца основания ладони. Это, у них это считается терапия медицинская, принятая как у нас традиционная медицина. У нас это считается нетрадиционная медицина. Техника, в принципе, не только способствует расслаблению мышц, нервов, связок, также влияет на работу внутренних органов. В частности, немножко отклонимся, да, история шиатсу. Такуира Намикодзе, который создал эту технику, он с помощью нее вылечил свою маму. И, соответственно, в будущем, впоследствии, люди другие, которые увидели этот результат, увидели эффект, захотели, чтобы эта техника распространялась. Им же была создана школа, и сейчас много последователей шиатсу, и даже несколько ответвлений есть шиатсу. Есть китайское, есть японское. То есть это натискание на певні точки? Натискание на точки, на меридианы, точки проходят по определенным меридианам. Тут это, так сказать, система. То есть нету там определенных шиатсу для спины или шиатсу там для ноги. Комплексно на весь организм. Это комплексно. Так. А які ще є, ну, наскільки я знаю, є там починаючи якісь дуже екзотичні, там, ну, тайський масаж всі чули, так? Принципи, які в нього, і це починає вже виглядати як певне хобі, тобто не обов'язково це оздоровлення вже, як відвідування певних масажів. Масажі якимось там теплим камінням зараз розігріти є, да, стоун-терапія. А дуже багато видів. Власне, чи дійсно вони всі корисні, ну, на ваш погляд, так? Людей, які там тривалий час їм займаються. І взагалі, причому, що це коштує, ну, часто немаленькі гроші. Знаєте, як говориться, на кожен товар є свій покупець. Звичайно. Але ще ж питання маркетингу. Тайський масаж очень, кстати, полезна річ. Очень хороша. Прийоми на... Інтересні техніки, да. Там більше, в принципі, не, как бы, не ручний масаж, більше присутствують як розтяжки мишц. І в основному це повністю робота з всім тілом. И ноги, спинка, руки. И вот. Массажист работает не только кистью, а работает также локтями, ногами, полностью всем, также своим также телом. Своим да. Телом, да. В большинстве, это, насколько я знаю, это происходит на полу.
Вот, как на бы, маті. На, ну да, на матах, вот, соответственно. Ну, інструментарій більше і зони впливу абсолютно другі. Ну, тобто, в принципі, людям варто спробувати, якщо є можливість, для того, щоб ну, хоча б зробити собі. Опять же, здесь очень большую роль играет квалифицированный. А як тут обрати в екзотичних видах для України екзотичних видах? Тому що це такий вопрос інтересний, тому що ліцензія якого-небудь там, не знаю, Шаолінського монастиря, в принципі, може бути виписана де-нибудь в Бельгії чи в підвалі спокійно. Ну, опять же, здесь, конечно, самое простое все же какая-то рекомендация. Рекомендация, да. Отзывы каких-то людей, кто туда ходил, да, то есть также, в принципе, те же сертификаты, да, хоть, в принципе, конечно, да, сейчас это выписать можно где угодно, но при этом есть определенные учебные заведения, где, ну, в принципе, можно доверять. Угу. А вот что там выпускники, в принципе, как бы... Ну, мы сейчас живем в информационной эре, интернет никто не отменял, дядька Google всегда подскажет. А де взагалі можна навчитися? Чув історії, коли бійці, повертаючись з війни, повертаючись з АТО, часто там з проблемами здоров'ям, які вони отримали на війні, навіть там з ампутацією кінцівок, і ставали масажистами, отримували там дипломи і далі починали працювати за цим фахом. Де в нас зараз вчать масажистів, які види масажу, де можна вивчити? Ви знаєте, зараз дуже багато фірм. Угу. Большущее количество. Поэтому отрекомендовать кого-то либо конкретного. Ну... Але ж є державні вузи, так я рекомендую. Той же Інфіз, да? Да, університет фізичної культури і спорту, да. В принципі, також медінститут, да, є. То есть є реабілітологи, це дипломовані медичні спеціалісти. Спортивні врачи, назовем, да. Это спортивные врачи. Если университет медицинский университет, то, в принципе, там уже более полечебный. А при каждом же университете или там медучилище, у них же есть курс массажа. То есть медбрат, я знаю, медсестра обязательно проходит курс массажа. Это неотъемлемо. А если брать врачебную практику, то там вертебрологи, хирурги, у них есть определенные ну, другие техники массажа, им преподают более серьезные, например, как миофасциальный релизинг. Это серьезная техника, мануальная техника. Ее преподают тоже в последних курсах университета. Ну, власне, и это все же диплом. Человек получает, да, получает диплом. Ну, единственное, что могу опять же добавить, что массаж, в принципе, это не сложно. Но большую роль играет все же практика. Она очень ответственная. Потому что, в принципе, массажист с опытом, это не просто вот именно там он выучил какие-то там технику какую-то. Это, в принципе, прежде всего даже просто банальный подход. Общение с пациентом, с клиентом, как бы это такой... В какой-то мере психолог. Да, психолог. На самом деле не, это не... массаж это... как бы он в какой-то мере массажист является и психологом, и терапевтом, и массажистом, и другом где-то становится. Ну, то есть, в принципе, і потім людина звертається вже до цієї людини постійно, тому що це... Тому що вона довіряє. Ну, довіряє, да. Масажист должен... В його руках ваше здоров'я знаходиться. Да, соответственно... Спорт. Люди займаються спортом часто в профілактичних цілях. Ось хотілося б поговорити в першу чергу про любительський спорт, спорт для здоров'я, да? І які небезпеки несе, то есть, в тому числі, там, на що варто звертати увагу, щоб не пошкодитись. Да? І професійний спорт теж. Які небезпеки для здоров'я можуть бути і де краще перестрахувати. Очень важно в любом спорте разогреваться перед тренировками или перед занятиями, перед соревнованиями и растяжки, чтобы мышцы были эластичны и было меньше риск травматизации. Ну, то есть байдуже, это любитель? Именно, да, хороший байдуже. Разогрев. В любом случае мышцы любят тепло. Если мышца, назовем как холодная, то у нее как большой риск травматизма. Когда она, мышца, назовем, разогрета теплая, то она становится эластичной, мягкой, более гибкая. Соответственно, даже какие-то, если спортсмен какой-то может там, ну, грубо говоря, подвернуть ногу, как-то там чуть-чуть там больше какую-то сделать растяжку, то у мышцы есть возможность, когда она разогрета, она может потянуться возможность больше. Растянуться, да. Но если она будет холодная, то, соответственно, уже она растянется, да, но при этом уже будет микроразрыв. Этих, допустим, мышц, волокон, да. Еще немаловажно, реабилитация после нагрузки. Если была нагрузка большая или сверхбольшая, и ощущается скованность в теле, в мышцах, то тут вот мы уже говорили, да, дальше баня, массаж,
Да, це після... дуже важливо. Ну, тим більше, якщо люди, які займаються спортом часто на вулиці, там, на турніках, тренажерах, тобто турніках, брусьях, от часто люди достатньо цього, пробіжка і туди, то взимку особливо увагу приділяти власне розігріву. Не можна відразу кидатись там на... Не важливо. Ні, навіть в теплое время года, в любом случае, мышцы будут требовать, чтобы их разогрели. Харчування. Цікаво, тому що багато хто говорить, якщо проблеми там з тими ж зв'язками існують, там суглобами, то варто їсти ось це, ось це, ось це. Воно укріпляє, там рост якоїсь ткані відбувається. А наскільки це реально? Наскільки дійсно реально за допомогою дієти підсилити, покращити там якісь суглоби, якісь тканини? І реально. Що порекомендуєте? Продукти, в которых есть желатин. Для суставов это будет очень полезно. Тобто це теж якась хрящова ткань. Очень полезно. Оно восстанавливает недостающее количество смазывающего вещества в суставе. Этого, в принципе, достаточно, чтобы сустав нормально функционировал и имел амортизацию. Потому что... Какие це продукты? Какие це продукты? Холодные, кисель. Желатиновые, любые желатиновые. Я знаю, що навіть там бульон, свинячі вуха і так далі починають їсти, тому що це хрящі. Є, знаєте, таке армянське блюдо, таке хаш називається. Виварюється говяжа ножка, і там кількість желатину просто зашкалює. Це, власне, допомагає відновлювати... Це, власне, допомагає відновлювати хрящову тканину, так. Ну, тобто можна порадити людям. Ну, опять же, да, это полностью... сбалансированное питание, потому что даже тоже любой спортсмен как бы теряет энергию. И, в принципе, эту энергию надо восстанавливать. Mm-hmm. Конечно, это ну, банально тоже мясо, которое восстанавливает. Это те же, в принципе, если в спорте, это каша незаменимая, это фрукты, да. Да, там, витамины. Железо, да. Магний, вот такие это вот все, ну, в любом случае сон очень большую роль играет. Это... А сон, как правильно спать? Дуже важливо. Які положення краще займати? На меблі звертати увагу. Що? Що важливо? Медицинські прийнято поза во сні, коли ви лежите на боку, і дві ноги знаходяться паралельно друг над другом. Либо под вторую ногу, которая сверху, подкладывается подушка, к примеру. Mm. Да? То ноги люблять так спати. Очень правильна поза. Нежелательно спати на животі. Потому что прогибается позвоночник, и, естественно, есть риск кифоз, лордоз сюда относим. Можно спать на спине, это как, ну, если как кому удобно. Ну, но да, каждый подбирает, в принципе, под себя. Здесь, ну, я чую просто такую... Также, допустим, да, определенные рекомендации тоже массажистов. Допустим, если там действительно какие-то проблемы со спиной, то, конечно, некоторые даже предпочитают, чтобы... поверхность той же кровати была, допустим, жесткая. Угу. Многим просто нравится, и они действительно ощущают облегчение. Вот. Ну... Многим необходимо, даже я бы так сказал. Потому что если человека с тем же сколиозом положить в перину, так его сколиоз усугубится еще больше. То есть ему нужна определенная, да, определенная правильная кровать, определенная правильная поза во время сна. Ну, это вже врач більш подробно підскаже, я как бы не буду розповідати. Ну, я скажу так, це профілактичні хотілося б рекомендації. Почути, що все ж таки занадто м'які поверхні, вони не дуже корисні для спини, я так розумію. І плюс, чи не можна зашкодити твердими поверхнями? Тому що я знаю, в мене є люди, які сплять, ось намагаються по можливості спати відразу з самого початку. Якась там циновка, якийсь там, ну, максимум карімат і подушка, і таким чином. Я кажу, що занадто, то не здраво. Тобто це може зашкодити? В якійсь мірі. Ну, це сугубо індивідуально. Ми ж не знаємо, як би, у кожного чоловіка є свої проблеми. Так, здесь треба розбиратися, які проблеми у чоловіка. Угу. Там, как бы, все індивідуальний підход кожному, як говориться, пацієнту. Ну і по ситуації, також общення з цим пацієнтом. Там, які відчуття він испытывает во время сна на твердой поверхности или на мягкой. И, соответственно, мы можем уже потом предполагать и что-то рекомендовать в дальнейшем. Діти, взагалі, які, можливо, процедури ви б радили робити дітям для того, щоб вони з самого початку формувалися здоровою спиною? Це дуже серйозна проблема, тим більше говорили про школу, в якій ось постійно діти з викривленням і потім отримують проблеми ще в юному віці. Тут, мабуть, батьки повинні контролювати цей процес.
Потому что да, детей родители это... сложно проконтролировать. Как он сидит, как он... Не, ну хотя бы в том-то и дело, что в большинстве случаев, это, если взять та же школа, это, конечно, вся ответственность ложится на, в принципе, преподавателей. Mm-hmm. Они смотрят, они как бы делают замечания даже детям, если они действительно так не очень ровно сидят. Ну и, соответственно, ответственность потом ложится, когда дети уже дома. Соответственно, когда они делают уроки за тоже дома, за столом, они смотрят, так же, как они, допустим, ну, там, смотрят телевизор за компьютером и так далее. Но и очень важно, чтобы те же, любой там ребенок посещал какие-нибудь секции, спортивные секции, потому что, в принципе, неважно какие-то, танцы, борьба, плавание, неважно, при этих спортивных секциях просто развиваются все ткани, да. Укрепляется костная ткань, да. И плюс еще социальное его развитие. Ну, так, коммуникации и так далее. Ну, це логічно, тому що якщо раніше там діти постійно знаходили, там, коли за часів наших предків, так, вони знаходились на вулиці, вони постійно якусь фізичну активність мали, плюс якась фізична робота постійно була, то зараз дитина часто сидить або за партою, або за комп'ютером, за партою, за комп'ютером, лягає спати. Ну, да. І там час від часу походить по вулиці. Плюс, опять же, ті ж родители должны там наблюдать, допустим, тот же рюкзак того же там школьника, потому что, в принципе, допустим, на одном плече постоянно, то как бы одна сторона закачивается, другая расслабляется. И, соответственно, со временем, в том-то и дело, что это не за один день, не за месяц, даже не за годы. Mm-hmm. За годы это все формируется, это неправильная осанка, и, соответственно, получается тот же сколиоз, и, в принципе, практически довольно восстановить это довольно сложно. Это надо тоже примерно такое же время, как оно все усугублялось. Ну, если родители до 12 лет будут контролировать осанку ребенка, то процентов... Не, ну желательно 50. До 20. Потому что, в принципе, как бы организм растет... До 12 формируется костная ткань, уже укрепляется. То есть 12, можно с 12 делать мануальную терапию. То есть до 12, пока окрепнет. Угу. Если он будет держать правильно осаночку, гарантия того, что... будет у ребенка более-менее ровный позвоночник. Ни у кого не бывает сейчас идеального позвоночника. Нет такого просто. Тим більше, після 12 вже контролювати дитину стає все важче. Ви сказали, що до 12 мануальна терапія. Так, краще не робити. Тому що тоді ще дуже м'які тканини. Так. Взагалі, наскільки в Україні розвинений масаж в порівнянні з іншими країнами? Ось ваш досвід. І на кого варто орієнтуватись в Україні в цих процесах, на ваш погляд? В нашій країні достатньо недавно ми, наші люди, почали розуміти пользу і важливість масажу. Угу. По годам, не знаю, лет 7-10. Не, ну, в принципе, честно говоря, как бы я уже более 15 лет, в принципе, в массаже, и люди обращались и обращаются, и здесь есть очень интересный факт, тенденция роста в том, не то, что люди стали там более, когда у них более проблем, они стали обращаться в массажные кабинеты просто по той причине, что они один раз обратились, и они просто понимают, что им стало намного легче, у них хорошее самочувствие, хорошее настроение, легкость в теле. Соответственно, когда мы им рекомендуем делать, допустим, курс, потом, в принципе, после курса идет определенная профилактика. И, допустим, если человек себя, как бы, назовем, грубо говоря, обследуется в течение года, то, в принципе, ему не мешает его проблемы со здоровьем практически нигде. Ни на работе, ни дома. Человек просто чувствует себя замечательно. Соответственно, когда люди это понимают, то они, ну, как бы, зачем себе лишний раз вредить, когда там какая-то там боли в шее, боли в голове, головокружение, не имеют ручки, там боли в пояснице. Человек пришел на массаж, в принципе, квалифицированный массажист сделал ему курс массажа, и он полностью, вот просто люди выходят и говорят, ну, чуть ли не волшебники. Ну, вот. Вот. И, соответственно, почему человек уже думает, зачем оно мне, боли в моем теле, когда я просто могу, как и в принципе у любого врача в идеале, когда человек обследуется раз в полгода, там, то что бы это ни сделать. Смотрите, у нас 5 кабинетов массажных, и каждый из них записан наперед на месяц как минимум. Это говорит о чем? О том, что люди все-таки
узнаю вот все больше и больше о пользе массажа, и все больше людей начинают понимать важность, и появляется периодичность та, которая должна быть, да, как медицинские, ну, взагалі, важливі по здоров'я. Медицинским правилам, два раза в год человек должен проходить курс массажа, 10 сеансов. Скільки? 10 сеансів? 10, да. 10 сеансів – це считаю, один курс. Це стандартна така цифра. В принципі, за 10 сеансів можна восстановити чоловіка до повного, називаємо, як виздоровлення. Ну, це якщо немає 10, 15, серйозних, да, патологій. Ні, да, да. Це, ну, називаємо, такий профілактичний варіант. І... класичного масажу. Да. А наскільки розповсюджено, мені цікаво, все ж таки соціально, по-перше, наскільки це матеріально доступно людям, тому що, ну, зараз у нас економічні проблеми, хоча так, дійсно, люди, сподіваюся, не дуже багато факторів про це свідчить, що вони почали більше турбуватись про своє здоров'я, вже відкриваються нові клініки, часто приватні клініки, без цих черв в поліклініки, людина може пройти швиденько там аналіз крові здати, ще щось дуже швидко і порівняно на високі гроші. А ось, власне, з масажем як обстоять справи? Ну, в принципе, опять же, если так даже говорить, то в наших кабинетах, в принципе, практически все расписано. Соответственно, люди идут к хорошим специалистам. Угу. За сравнительно небольшие деньги. Да. Соответственно, ну, доступно. Как угу. бы оно совмещается цена и качество. Ну, соціальна складова, чому я говорю, свого часу доводилось побувати. В силу, в тому числі професіональних, цікаво було, в ось Межигір'я нашумівши, да, 3 роки назад у нас, да-да, якраз плюс-мінус ось в ці дні наступного дня, так, тікає президент Тікач наш, і відкривається його резиденція, і там в нього є ФОК, фізично-оздоровительний комплекс в нього був там. В тому числі маса кабінетів, якраз присвячених різним видам процедур, в тому числі масажу, з різними видами столів, там, з прийомами під обличчя, що людина там лягає, сідає, десь голову закладає. Ну і говорили, що дуже серйозні спеціалісти в нього працювали. Наскільки це розповсюджено, ось соціально звертаються часто благополучні фінансові люди за такими послугами. І наскільки рівень послуг може відрізнятися тоді? Знаєте, страшно у кожному в сегменте социальном есть люди, которые нуждаются в массаже. Не, ну, поэтому звучально. Сказать, ну, что кто-то обращается, это нет, да, это интересный вопрос. Я вам просто больше скажу, что, в принципе, обыкновенная, допустим, городская поликлиника, квалифицированный, там, допустим, массажист высшей категории, постоянно у него повышение квалификации и так далее. Он работает полдня в поликлинике, допустим, на ставочку. Соответственно, вторая половина дня он может работать на какую-нибудь клинику частную. Соответственно, один и тот же профессионал, но при этом абсолютно разные по-разному. Да. Поэтому люди уже так, как выбирают, как есть. Но специалист один и тот же. Все ж таки, люди ось їздять за кордон, якщо вони їздять за цими послугами за кордон. В які країни вони літають, як правило? Таїланд. Таїланд? Тайський масаж. Країни, ну, походження. Ну, так, це більше екзотика, та ж аюрведа, Індія. Якщо брати... Ну, в принципі, це екзотика, так. Да. Якщо брати Америку, там розповсюджено акупунктурний масаж. Угу. Голки? Ні. То же саме міофасціальний, то срадня шіатсу точечний. Угу. А робота, власне, з голками, акупунктура, то, що на слуху у всіх, коли ставляється? Ну, акупунктура – це по точкам. Ага. А вже голки, голки також ставляться на точки. Зрозуміло. І ви про аюрведу сказали, ось теж. Так, на слуху, але, чесно кажучи, я не сильно добре представляю, що це таке. Чим воно відрізняється принципово від тайського, від шіатсу, від класичного масажу? Ну, в принципе, это более, это такой очень экзотический, и он немножко освоен на расслаблении. Полностью вводится человек как бы в определенное состояние, где преобладает и световая гамма, такой ароматы. Там даже, по-моему, это называется как 5 стихий. Это музычка легкая, когда человек просто тает. Та же арома свечи, арома запах. Они еще используют чаши, поющие чаши, так называемые, есть. Вот, и плюс, восстанавливают, конечно, хорошо стрессовое состояние. Используют натуральные масла. Масла, да, которые стимулируют вот, именно улучшение и кожи, и, в принципе, самого самочувствия, те же запахи, они очень насыщены. А, власне, що таке масло в масажі, і що воно робиться, для чого воно використовується? Ну, в принципе, масло,
есть как синтетическое, есть натуральное. Но, конечно, в идеале пользоваться натуральным, потому что, в принципе, все, с чем мы работаем, это впитывается в кожу, в кровь. Угу. Соответственно, конечно, в идеале пользоваться полностью натуральным маслом, натуральной косметикой. Конечно, это в идеале. Мы пользуемся в основном индийскими маслами. В частности, масла под каждый массаж могут быть разные. К примеру, если вы пришли на обычный классический массаж, вам достаточно обычного массажного масла. Угу. Можете свое взять. А если вы приходите на антицеллюлитный массаж, то вам желательно масло виноградное, да, с виноградными косточками, с выжимками, с ростков пшеницы. У нас есть специализированные масла под Тобто вони діють по-різному на організм. Ну, це все рослинні масла. Ну, желательно, щоб це було натуральне масло. Ну і, власне, резюмуючи весь наш ефір, підводячи до кінця, да, у нас вже фактично він вичерпаний. В першу чергу, це профілактичні масажі, треба приходити час від часу, перевірятися як до лікарів, так і бажано ходити до масажистів для того, щоб підтримувати себе в певній формі, в тонусі здоров'я. Звернення до лікарів з будь-якими проблемами, ніякого самолікування, яке може нашкодити серйозно. Якщо домашні масажі, це масажі пов'язані з якимись розтираннями, розігріванням, не більше того. Ну і, власне, особливо спортсменам рекомендовано для того, щоб досягнення кращих результатів, це мати масажі. Це інше, це звертати увагу на кваліфікацію спеціалістів, звертаючи увагу, в першу чергу, на якісь документи, на відгуки, в тому числі, там, в мережі і так далі, і підтверджуючи документи про освіту. Я так розумію, це те, на що варто звертати увагу. І, да, первоначально, да. І спина – це, власне, один з таких базових наших частин тіла, якому дуже серйозне навантаження, тож дуже серйозна відповідальність. Тому краще не запускати. Дякую. У нас в ефірі сьогодні був Валерій Туракулов і Віктор Парпів, спеціаліст з масажу. Звертайтесь до спеціалістів, стежте за нами, бережіть своє здоров'я, до зустрічі в ефірах.